За сутки на павлодарских дорогах в ДТП пострадали 4 человека, трое госпитализированы в больнице. По сообщению пресс-службы областного управления здравоохранения, накануне примерно в 9 утра в Павлодаре столкнулись два автомобиля. ДТП пострадала женщина 1981 года рождения с диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника. Она была доставлена в первую городскую больницу. Еще одно ДТП произошло вечером в селе Железенко. Итогом нежданной встречи автомобилей стали двое пострадавших. Мужчины 1963 и 1985 годов рождения с переломами и ушибами были доставлены в районную больницу. Этим же утром на дороге возле села Джамбул занесло машину. В результате мужчина 1956 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягкой ткани головы, но отказался от госпитализации.